привет! С вами Фриман. И сегодня мы будем обозревать платформу Mcmillan. Я на все знаю. Это ха, я даже говорить, наверное, не буду. Хотя, может, кому-то интересно. Но урон на ней 350, максималка. 10 патронов. Больше о ней говорить нечего. Постреляем в ханку. Наверное, этого достаточно будет. Пойдем на PvP. Я хочу на ангар. Нужно найти ангар. Так, готов. Ну все, теперь мы ждем игроков. Меня исключили. Немножко смешно. Ну что-то я не вижу, что тут болтовки были. Не хотел вот тут друга из земли. Ну все, теперь ждем, когда ребята нажмут готов. ТТХ можете увидеть. Урон 350, дали 70. Тренч судьбы 54. Ну тренч судьбы из болтовок это самый большой. Точно бедра 45, емкость 10. Не знаю, кому-то нравится Mcmillan. Сейчас все перешли на Mcmillan, хотя перед этим самым имбовым был читаком 200. Ну вот у друга даже она набита. Сейчас подождем, когда прогрузится. Начнем играть. У меня вот набита аска, хотя у меня самого аски нету. Я создал реферальную ссылку, по ней прокачался, взял аск 50, я не помню сколько там, то есть на 10 дней, кажется. И вот за эти 10 дней набил нашивку. Не выходил целыми днями из дома, но каким-то способом набил. Вот еще ребята подключились. Я думаю, я тут много не убью. Хотя против таких, в принципе, можно поиграть. Долго прогружается. Уничтожьте ответ врага. Раунд начался. Ну все, пробуем. И такое бывает. Типа про вапа. Он прибежал. Я лох, сейчас сказать. Хотя бы кого-нибудь слить. Это один есть. Два есть. Что я буду лопать, если не играю что? Свои раштами я по зоне не прокачался. Скорее всего.
это какой-то читер. Никто не хочет. Оставайся со мной. Будь рядом. Выдвигаемся. Так, шестиглавая кость. Вот медведка. Скилл.
зона. Ну, мне больше по душе, чем... Вы поработали на славу. Ну все, это был обзор на Макмиллан. Спасибо за внимание.